Число лесных пожаров в Коми растет. За истекшие сутки обнаружено больше 20 новых очагов общей площадью в 400 с лишним гектаров. Причиной тому сухая погода и грозы. Только в Прилузском районе в течение последних 24 часов несколько пожаров вспыхнули недалеко от дорог и мест отдыха. Их заметили в ходе патрулирования специалисты авиалесоохраны. В небо с ними поднялась и наш корреспондент Елена Золотарева. Этот экипаж направляется в Прилузье. Там сразу несколько возгораний. На тушение одного из самых крупных очагов, больше сотни гектаров, 4 дня назад десантировали бригаду. Продовольствие у огнеборца на пределе, потому на борту провизия и вода. Им необходима вода. С водой у нас очень трудно. Им необходимы продукты питания. Вот сегодня мы доставляем продукты питания, воду, бензин, все расходные материалы на пожары. То есть проблема в том, что количество пожаров растет очень быстро, а ликвидируем мы их не так быстро. Практически весь штат, 33 парашютиста и 11 десантников задействованы на тушении пожаров. В резерве лишь пара бригад, которые развозят продовольствие, но в любой момент должны быть готовы выпрыгнуть с борта на тушение. Сейчас служба авиационной охраны лесов Коми работает по максимуму, чтобы зафиксировать все вновь возникшие очаги и оценить масштабы ранее возникших пожаров. Каждый день в воздух поднимают по 3 самолета. Экипажи патрулируют по 5-7 часов, облетая сразу несколько районов. В лесах уже и 50 временных сотрудников, плюс рабочие лесхозов и добровольцы. Обстановка усложняется вместе с подъемом температуры. Главная проблема – нехватка людей и ресурсов. Поблизости нет водоемов, а те, что есть, обсохли из-за жары. Пожарные работают пилами и лопатами. В лесу лишь 15 единиц техники. Если воды нет, то только лопатами. Лопаты, пилы. Минерализуем ее и отжигаем. Потом делаем минполосов, делаем отжиги. Только этот экипаж сегодня обнаружил 2 новых возгорания. В Прилузье, недалеко от Ношеля, и в Сыктывдине, рядом с Часовым. Здесь наглядно подтверждается человеческий фактор. На сегодня в Коми почти полсотни действующих лесных пожаров. Локализовано лишь 11. Наиболее пожароопасными остаются Усть-Куломский, Прилузский, Княжпогодский и Ударский районы. Утешает пока одно. Очаги возгораний удалены от населенных пунктов. Елена Золотарева, Денис Чайкин, Вести Коми.